Доброго времени суток. В архикад вы можете задать значение своей переменной и использовать ее в различных местах проекта как автотекст. И сама переменная и ее значение хранятся в текущем проекте. Изменение значения этой переменной в информации о проекте отражается везде, где она фигурирует как автотекст. Программное дополнение LabPP Автомат позволяет создавать заданный пользователем набор переменных в проекте для автотекста. Список имен этих переменных находится в текстовом программном файле и может быть изменен вами в любое время самостоятельно. Таким образом, по нажатию кнопки здесь автоматически создались переменные для сбора информации технико-экономических показателей проекта, так называемый ТЭП. Теперь мы можем вставить в любое место проекта значение параметра площадь участка, метры квадратные. Точно так же LabPP Автомат может создавать в проекте предустановленный набор слоев, и также имена слоев описаны в текстовом файле, где можно задавать собственные имена и менять их название. Настроенный скрипт LabPP Автомат может считывать информацию из проекта, выполнять расчеты и заносить результаты в заданные переменные проекта. В конфигурации для расчета ТЭП мы можем создать штриховки с ID S участка и поместить ее или их на слой площадь участка ТЭП. После выполнения скрипта кнопкой с калькулятором площадь штриховки записалась в переменную проекта площадь участка метр квадратный и площадь участка в гектарах. Разумеется, везде, где нами был расставлен автотекст переменной площадь участка метр квадратный, значение изменилось автоматически. Сделаем еще штриховку для задания площади застройки. При перерасчете не только переменная площадь застройки метр квадратных получила свое значение, также был рассчитан переменная проекта коэффициент застройки в процентах. Другие переменные ТЭП считаются по-другому, например, строительный объем по суммарному объему элементов МОРФ с ID объем строителя на слое строительный объем ТЭП и так далее. Таким образом, вы можете управлять расчетом данных для автоматического присвоения значений переменным проекта. Если вы считаете нашу работу полезной, ставьте, пожалуйста, лайки и подписывайтесь на наш канал. До свидания.